Всем здорово, ребят. Ну что, версия обновилась. У нас 1.5.51. Вот такая вот версия. Сейчас я только единственное перезайду на свой аккаунт. Потому что, как обычно, у нас все печально на русском сервере. Не могут сразу залить. Лучше бы залили сразу полноценно, нежели люди будут мучиться и переходить вот это каждый раз. Супер. Посмотрите. Посмотрите, как обновляет. Жесть какая-то. Люблю я вас, AGG. Сделайте, блин, полноценно нормальную обнову. Надеюсь, что сейчас зайдет и мы сможем нормально сменить аккаунт. Кто не дает смену давать, пускает на гостевой из-за того, что мы скачали по сути новое приложение. Из-за этого что-то не дает менять. Не, все нормально. Все нормально, полет нормальный. В общем, ребят, поехали. Все, мы уже обновились, спасибо. Заходим в разбиватель яиц. Продают уже нового героя осколки. Здесь 5 штук можно получить. Некроса. Ну, такое себе. Так, что у нас еще? Карта богатства. Та же самая. Парящий остров. Все тоже. Так, завтра атака фортов. Надо будет заявочку кинуть. Временные акции. Продают. Ну, по сути, в 2 раза дешевле, чем на английском сервере, но я вам скажу так, можно за самоцветы роли 200-300 тысяч самоцветов для донатов, у кого есть, и я себе четверки-пятерки наролил. То есть не обязательно здесь брать эти смены, но они дадут вам стопроцентную смену. А по поводу сумок, ну, камешки продаются на английском сервере уже, за пак продают. Так, у нас огника так и не продают, как обычно. Ежедневный бонус, набор сокровищ, зефирка, вторые сумки, в принципе, неплохо, 5 таких сумок. Ну, опять же, вот есть, отлично, есть наборчик за один самоцвет, обязательно заберите, 2 дня. Его здесь дали. А что еще нового? Завтра будет у нас, сегодня не добавили, завтра, скорее всего, добавят шар. Я его показал на Тайване, можете посмотреть предыдущий видос. В принципе, шар довольно-таки неплохой, но опять же, там в большей степени он для донатов. По обмену, обмен на русском вряд ли будет, поэтому. Так, подарок обновления, поехали. А, это он, который мы забрали. Дали нам одну смену. Набор самоцвета, день самка владельца. Набор сокровищ. Только один раз войди в игру день самковладельца. А что, новую акцию не открыли? Уведомление собрать. А ну-ка, давайте так зайдем. На всех серверах перед обновлением дали, и во время обновления дали эту акцию. Давайте так зайдем. Так будет проще сразу посмотреть все акции. Ну, если не дали, это как обычно, это русский сервер. Так, день замковладельца, это понятно. Разбиватель яиц показал, колесо фортуны. Сейчас зайдем, суд разбияется. Но походу нету. Возможно, попозже допилят. Ну, скорее всего, не знаю, может и завтра будет. Сокровищница. Короче, радуйтесь халявой за один сам. Это русский сервер. Больше тут нечего. Так, роза, ничего не поменяли. Большая выгода. Поехали посмотрим, что тут в большой выгоде. Свалин, оккультист, огнекрыл. Ничего интересного. А, так, уведомления.
Забрали, разбей яйца, поехали, посмотрим, может здесь нового героя дают сегодня. Так, не крыл роза, понятно все. Цветущие бонусы. Но нету этой акции, просто тупо нету. Надеемся на то, что они завтра ее допилят. В принципе, кто хочет там донить, завтра выгоднее. Завтра будет еще за пак, скорее всего, дополнительные бонусы. Потому что они в обычно в воскресенье. Ничего нету. Короче, подвисает оно все. В общем, русский сервер, как обычно, отличился. Ну, хотя бы халява за один самоцвет, в принципе, и так неплохо, скажем так, поэтому не забудьте забрать, есть 2 дня. А так больше, в принципе, ничего. По поводу героев я вам показывал героя уже, герой обалденный, как по мне, для PvP локации, для фарма новых локаций тоже очень хорошо заходит. Где ты? Вот он аж здесь. Обус. Неплохой герой. 620 у меня на максималке есть уже все сборки. Сегодня вы еще две увидите сборки интересных. Так, это с этого. Что у нас тут? Еще также. Ну, десятые таланты вы сами можете пощелкать, посмотреть. Их пока сложно прокачать, надо кучу ресурсов, но некоторые таланты будут имбалансные вообще, особенно ожог. По поводу чарок тоже. Все можно ролить за самоцветы, заходите сюда. Ну, у кого они, конечно же, есть. У кого нет, открываете. Вот сейчас, если мы словим, вот видите, пятерку словили, нам надо словить. Пятерки падают довольно-таки неплохо, то есть наролить все можно, шансы нормальные. Это на Тайване что-то мы мало паролили, но шансы на пятерки, как видите, здесь вот. Здесь даже лучше пятерки падают на русском, чем на английском. То есть, если мы сейчас выбьем пятерку, даже двойка здесь, она уже круче пятерки обычной. То есть, как видите, статки добавляют неплохие. Сейчас попробуем сами вытащить. Ну и, соответственно, отсюда уже растут чары на 6-7 левел. То есть тоже можете посмотреть, если у вас будет... Ну, собирайте как минимум 6. Если вы соберете одну здесь и 5 там, вам дадут бонус. И за этот бонус вы сможете уже получить плюс 1 левел к чаре. Самый последний 7-й это Unreal, сразу говорю. Даже я за 300-400 тысяч самоцветов не вытащил 2 одинаковых пятерки. Они падают разные, это просто мега трэш будет, и то опять же, смотря на какого героя, смотря что вы вытащите. Вот четверочки выпали. Вот 5-4. Ну надо нам словить, как, ну видите, падает. Надо словить просто еще одну уж. Можно здесь шестерку словить, тогда у вас общий бонус будет уровень чар плюс 1. Заходите в созвездие и здесь вот точно так же, как с талантами, щелкаете. Семерку вы не вытащите, это надо 8 с 8, а вот 6 с 8, третий бонус вполне реально. То есть у вас будет следующий левел. Вот. Новые локации для фарма, в принципе, нормальные. Первая локация пока Unreal, надо собирать пачки всех на ДПСников. Сложновато, первая награда, но я пока не прошел со своими героями. На английском тоже у многих героев 30-го прорыва мы не можем пройти. Адский саммит здесь получить вполне реально. Создаете команду. Я уже показывал. Самое главное не брать сюда с водушками там Фрейю Космо, потому что запортачите просто себе и другим. Собираете пачку. Сохраняем. Я сейчас просто так покажу. Присоединиться, кто-то бегает уже. Присоединяетесь, смотрите. То есть все фармится очень легко. Вот, даже давайте сейчас с вами пробуем разок зафармим. Там ребята бегают. Сейчас я создам команду свою. 7-ю таблетку пока нельзя.
ставьте тыковку по центру. И желательно ее ставить с дефными какими-то вариантами. По краям ставите героев, которые у вас будут хорошенько дамажить. То есть героев желательно на дамаг собирать. Можно стрелка, кстати, брать как вариант, если он у вас хорошо прокачанный. Роза, ну, не знаю, Роза бессмысленна. Фрейя тоже, опять же, если она у вас будет с воодушевлением, вы просто запортачите попытки. Желательно на героев, вот, допустим, сюда поставить. Ну, нормально, этот на урон собран. Этот нормально. Стрелок, тыковка. Тыковки, дефный вариант какой-то поставить, чтобы она не слилась быстро. То есть я пробовал с СО вот так вот. В принципе, нормально. Можете посмотреть, я делал обзор недавно. Вот перед этим видео, как я бегал, кто там у нас, на Анубиса, ставите воодушевление, чтобы он дамажил. На Зефира тоже надо воодушку. Где там мой Зефир? Еще даже не докачанный. Ставите воодушевление. Да ёпрста, ну. Маны нам не хватает. Сейчас зафармим. Так, обнова в принципе нормальная. Не знаю, там многих бомбит, что обнова фигня. Я скажу вам так, мне обнова нормально. Не особо она там и донатная. Локации нормальные, плюхи нормальные. Завтра будет еще дополнительно. Шарик. Мы просто привыкли к халяве на других серверах. На русском сервере халявы не бывает. Так, есть. Идем сейчас попробуем, может кто-то будет. Вот такой вот вариант. Все здания развалили нам, и вы слились. То есть надо хорошо прокачанные здания, и состав посмотрите на английском сервере. Я бегал, там ребята с такими же героями, как у меня. Ну, для бездоната в эту локацию пройти, скажем так, ну я не знаю, не очень легко будет. Вот ребята понабирали этих героев, но они бессмысленны. Мы сейчас опять же сольемся. Это опять же слив будет. А может и нет. Ну, видите, здание у них разбили. То есть тут желательно полностью блокировать. Там вообще посливались. Половина. Ну, мы просто не успеем даже затащить тегу. Слили мою. Отхила нет. В общем, надо хороших союзников иметь. По-другому вы никак не пройдете. Ну, локацию практически прошли, но видите, там посливались все. Вот так вот. Раз в сутки дают два шанса вам. Вторую бессмысленно даже фармить. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.